отцы пошли на исповедь. Как этот колоколь называется? Колоколь просто написан. С тесами. Вообще красиво тут, да. Оборудование вообще полностью. Вообще. Тут вообще какой-нибудь полностью оборудование смотрит. Сейчас поднимемся. Тут с деревьев не видно. Пацаны. Готовится к исповеди. Красота. И тут и матушка какая-нибудь. Где? Честно. Правда? А матушка где? Успение Божией Матери, церкви. Слушай, а там служат в храме. Угу. Я тоже слышу. Как думаешь, что русские, не русские? Кто? А вон там. Я думаю, русские. Муромские? Русские. Рабочие. Трудники. Не знаю, что русские. Да нет, чурок не будет здесь. Что здесь чурки? А вот это сейчас весь звук записывается, да? Да. Видео на эх, не видно, что там. Там, наверное, в храме нельзя снимать, да, а так-то можно. Ех, пойдем вон за храм. Природу снимем. Пойдем.